Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Хэйсэдэ Яйон. Продолжаем играть на Смутрам 2. Все как всегда. И сегодня 9 мая, День Победы. Всех с праздником, короче. 14.59, и сейчас на Смотре должен быть парад. О, Паша Кутей, привет. Все, я так понимаю, сюда собрались. 14.59. Еще, конечно же, нихуя не готово. Админы пишут, типа, возьмете. Убираем больше авто, чтобы была меньше нагрузка. Сейчас будет, бля, пиздец, потому что все будут бежать за ними. Нагрузка, херузка, все и такое. Да. Короче, все как всегда. А хули час прошел, пацаны? Вы заметили? Было 15.59, сейчас стало 15.00. Фастик, привет, 33.25, фастик. Я, конечно, хочу, бля, в танке посидеть, потому что прошлым 9 мая, вот сейчас вылезет на экран. Зачем я показал, блядь? Ладно, бабка будет, пацаны, скоро. Прошлого 9 мая ездил сзади, но сейчас я хочу на танке, и мне похуй. Матроскину, привет, Дарку, привет, передай привет Торренте. Торренте, привет. Привет всем моим близким, бомж. Хай. Клан C4. Все дела. Сейчас многие... Ладно, не буду разбивать срач. Вот, посмотрите, еще вертолет, самолет, нихера. А, тут кто-то работал. Еще не хватает для полной эпичности, чтобы сюда нахер просто самолет влетел, эту колонну разбил и пацана посадили на 2 дня. Да, это жестко. А, Куплов. А, плов? Чего плов? Кто плов? Не, ладно. Привет, привет. Так, Чирон, можешь достать свой Чирон повыебываться, а? Передай Егору привет. Егор. Крит. Ладно, привет, привет. Восьмерки. Это, пацаны, пока не начался аппарат, хотя уже 1 минута как должен начаться. О, блядь, врезается. Давай, давай, месиво. Сейчас, блядь. Блядь. Только хотел сказать, что у кого-то может вылететь. И тут-то я. Так, пацаны, все уберите авто и встаньте... Ёба, народ! А чё за пиздец тут происходит? Можно вопрос? Ютуберы, не ютуберы, не увидел я тут ни одного ютубера. А, вот один ютубер, это Фнатик. Блять, музыка, думаю, чё она играет. Ну все по ютуберам, пацаны. Так. А, вот еще какие-то ютуберы. Артём Мэджик, Фнатик. Бля, кто такие вообще? Ну, в принципе, если они посмотрят этот видос... Смал, ты чё, охуел? Я не понял, блин. Давай. За деда и в двор стреляй в упор, блядь. Оп. Можно, да? Можно, да? За грузовик я. Да пиздец, я в танк хотел, ёбана рот. А, и тут какой-то ютубер, блядь. Сплошные ютуберы, нах. Вот это поворот. Блять, я хочу справа, я буду... Блять, я бы на вертолете не против, это было бы вообще... Охуенно. Блять, какой грузовик, пацаны, вы шо гоните, блять? Я вам шо, дальнобойщик, шо ли? Я на парад приехал. А, пацан, смотрите, камри подготовился, красавчик. Там еще у кого-то с админа видел гелик. Прям топчик. Чё, пацаны, давайте бюрнаут на этой херне. О, пацаны, давай, давай. За деда бюрнаут. Погнали. Да. Не смешно. Лима. Нахуй. Артём Мэнзик. Хо это такое? 57 тысяч. Не, давайте я прям сейчас загуглю его. Мне сказали фуру сесть. А ты хочешь и рыбку сесть и... А, короче, Мэнзика послали, короче, на 3 буквы, блядь. Лима сел за руль. Нормально. А что они стреляют, я не понял. Хорошо, хоть... Блин, а как хорошо, что пассивку добавили. Не было бы пассивки, вот тут бы происходил такой капец, я чувствую. Было бы круто, если бы я сел за руль. Либо его просто выкинул за руля, а потом он... Было бы круто. Ну, конечно, с одной стороны, можно было сделать парад, но... В чем прикол? Но я бы сделал какую-то уникальную систему, например... По серверу вы могли бы, например, найти какие-то, не знаю, собирать маки, например.
Пошли в лес, насобирали маков, а потом за количество маков некоторые вы можете обменять его там на скин, на, не знаю, на оружие, на... Можете набрать там 100 маков и, например, крутануть рулетку, еще что-то. Ну, что-то такое интересное, чтобы, например, дня 2-3, типа, со вчера, сегодня, типа, 2 дня сделал бы такую рулетку, но это было бы прикольно. Плюс от этого еще повысился онлайн. Ну, короче... Пунктуальность, как всегда, на высоте 15-12, и мы еще стоим на месте. Салам, салам. Салам алейкум, бра. А, пацаны, вот в чем прикол, видите, колонны меньше, они все, короче, сзади. Они понемногу по одному идут, тачки спавнят. Пинг и компуктеры зарешают свое. Сейчас мы будем ехать прямо, немножечко остановимся, нам в жопу влетят, потом тем в жопу влетят, потом мы будем опять по 20 минут стоять, пока все разъедутся. Потом еще какой-то пингующий влетет, влетит в начало колонны, и будет капец. О, пацаны, давайте, пока мы не едем, давайте сделаем обзор танка. Вот эта херня в Сан-Андреасе все прокатались. Так, давайте залетим текстуры танка. Так, здесь движок типа стоит. Вот. А, ну в принципе, чё, дырка? О-о-о. Не дырка, а отверстие, пацаны. Так, ну в принципе, нормально здесь сидится. Просто на воздухе. Чё она там держит, непонятно. Ну в принципе, норм-моделька. Наверное, одна или две модельки, которые были нормальные, такие поставили. Вот, ну хоть дырка есть. Сори, отверстие. Ну такое, да. А чё здесь внутри, можно вопрос? Ну здесь прям про текстуры, наверное, неплохо. Куда собрался, молодой? Так, ну в принципе здесь про текстуры на фиг. Даже в окошко можно посмотреть. Не, ну когда-то, может, я ебанусь и его куплю, если заработаю. Праздник победы на немецких машинах, едем. Убираем все авто и встаем в ряд. Мы только что, блядь, 20 минут ставили вот эти сзади тачки, чтобы их теперь убрать и встать в ряд. Ха, броньку вы не выдали. Дюрекс. Или Контекс. Так, пацаны, следующий вертолет. На СГУ. Чего, блядь? Вертолет с СГУ? Вы что, гоните? Просто... Знаете, самые глупые тачки, на которые, вернее, не тачки, а транспортные средства, на которых ставят СГУ, это мопед. Я уже понял теперь, что это вертолет. Еще самолет, ракету, что там еще, бульдозер, нормально. Так забей, бля, Паша, так себе организатор. Блядь, на втором сервере уже челы на всю карту почти проехали. Еноту за фуру, блядь. Вот, пацаны, просто вы видите, что такое пин, да? Вы видите, как эта ГТ-шка просто тпхается, да? 2 hours later. Колонна начинает движение, едет по маршруту, по первой полицейской. Во-во-во-во-во, поехали! Спустя 32 минуты, начинаем парад. Кто будет таранить и мешать, и, блядь, кого-то там переехал, ну похуй вообще. Вот, я говорю, вот, блядь, врезаются, все. Вот сейчас еще, да, сейчас еще кто-то въедет, вот в жопу давай. Блядь, там все белые. Все, ну в принципе едем, едем, пока что нормально. Мы конечно, сколько, блядь, 100 метров проехали. Во! Кто-то загорает, блядь. Герой Майдана загорает просто. Нормально. Вот этот Гуччи меня бесит уже тоже. Едем, все, нормально. Полицейский прямо едет по полосках. Вот, а что, больше нету этих тачек военных? Я бы добавил, а что там еще есть? Танки, грузовики, что там еще есть, рели. Я бы еще что-то добавил, интересное. Блять, мент, куда ты поехал, ёбанарот? Вот мент сейчас запорол всю херню. Блять, резко поворачивает. Он никогда с прицепом не ездил, пацаны. Кто ездил с прицепом, хотя бы маленьким, который к легковой, а то я ездил на большой грузовой автомобиль. Грузовой автомобиль. Блять, где танк? Где танк? Ладно, 2 танка, похуй. И вот я ездил на грузовом автомобиле с 13,5 метров прицеп. Я знаю, что такое ездить, блядь, нормально. И вести с собой длинную херню, чтобы влазить в повороты. Вот. Блядь, кто меня там толкает? Блядь, ешек понапокупали. Где танк? Ебать. Ага, понял.
Ну колонны уже подстрелить не будет, надо было по широкой трассе ехать, например, вокруг ЛВ всего лишь. А то, кто просто едет за рулем ментовского тачки, блин? Чё он так хреново едет? Вот как тут можно в колонну ехать под в три человека, если тут, блядь, вдвоем еле едешь? А, давай еще на мост, хули. Или резко с моста, давай резко с моста. Не? Ну ладно. Блядь, я понял, здесь один надо. Всего так, вот видели. Во-во-во, поехали. Ну, в принципе, более-менее сейчас еще нормально. Кстати, маршрут в прошлом году был вообще не такой. В прошлом году поехали вот туда и туда поехали. А, не, походу, потому что не ехали в прошлом году. И походу, да, только мы выезжали, ехали, выехали, направо поехали. Более, блядь, они едут. А, еще маты. Блядь, ебашки, ебашки. Нори, для себя делай, все пиздец мне, короче, будет. Я чувствую. Ну, в принципе, в прошлом году едем, блядь, такая же ситуация. Заебись. Что-то мне сейчас подсказывает, что мы сейчас остановимся. И будем опять колонну собирать. Потом, блядь, мы только тронемся. И нам опять надо. А мне интересно, грузовики проедут, а потому что большие грузовики здесь не проезжают. Хотя не, мы проехали. Лима, чё... А, вот и все, да? Стопанули колонну или нет? Блядь, какой там пиздец происходит, я уже чувствую. Давай, Лима, газуй. Блядь, там в жопу въезжают. О, кстати, Чирон красиво сделал. А, кто там вылетел? А, мы не влазим! Ору, блядь! И давайте все вместе. Ёпарасоте! В обез надо... А я чувствовал, пацаны, а я чувствовал. А посмотрите просто, какая сзади мясорубка. Мы хер там проедем назад. О, пацаны разъехались. Догадались, красавчики. О, у меня уже YouTube Global сидит, чего? А где мой напарник, я уже забыл. Газуем. Блять, у меня все белое. Ну, пиздец. Мне кажется, я знаю, у кого сейчас вылетит. Ну, похуй, пока доехали, два танка развалилось. Ну, в принципе, Советский Союз, Советский автопром, я не удивляюсь. Просто смотрим на карту. Вот, я могу приблизить на нумпад. Где? На плюсик и на минус. Кто смотрел лайфхаки, тут молодец, знает. Ну, чё вы едете? Ну, пацаны, ну, блять, ну, в колонне, ну, под... Ну, вы же все видите, ёба народ. Зачем... Блять, надо мне пробираться вперед, потому сейчас матросик всех расстреляет. Надо мне вперед пробираться, потому что я не могу сзади ехать, у меня все белое, меня сейчас краснет нахер. Как они писали перед обновлением, мы сделали глобальный баг-фикс на обновление 1.9. Еще быстрее краски начали багаться, не так как раньше. Раньше надо было поиграть где-то, ну, часа, ну, 40 минут, ну, час. И тогда белые машины появляются. Сейчас, блядь, минут 20 поиграл и все. Оп. А, Артём Мэджик все-таки дали ему руль. Я помню, в прошлом году мы поехали вот по той маршруту. Там, где более широкая дорога. И это было бы более правильно. Потому что они бы не толкались только все вместе. А, у вертолета только один остался. А. Бля, почему я такой предсказатель? Мне никто не скажет. Блядь, такое чувство, как я получил 4 звездочки в GTA San Andreas, и, блядь, эти два вертолета летают с новостей из, блядь, ментовской. А, нам похуй, поехали. Надо ехать здесь где-то километров 80, чтобы нормально ехать, потому что нас любой обгонит и будет такой вот спереди, блядь, как этот на пятерке своей. А, блядь, на восьмерку, охуйте, я не пущу. Ну, блядь, ну давай на своей в 90 быстрее, ёба. Пацаны, не подстрекатель, но в прошлом году мы здесь же остановились. Просто здесь же. Я просто просто, пацаны, здесь же, в прошлом году. Я даже ставлю сейчас вставку просто. Мы стояли просто здесь же. И у меня даже скриншот здесь, превью здесь. What the fuck вообще? Чё за совпадение? Немножко там Демарган посадили в тюрьму, все равно слева едут. Ну, только тронулись, уже хана, ну вы понимаете. Чё, все, по параду? Эван, бери. Ха! Поднялся, пацан, теперь на танке! Мне кажется, после вот этого херни много с проекта уйдут. Типа два дня посадили не за что, за то, что, бля, просто возле парада хотел посмотреть. Думал, пацан, лучше, бля, пошел бы видосы посмотрел. Да, или на ютубе. Мне кажется, я просто в следующем году даже не буду снимать. Я просто этот ролик и предыдущего года просто их как-то смонтирую опять. И типа это 2021 год, пора там вся херня. О, пацаны, походу поехали, потому что Паха. С вами Паха и Паха. Под Паха. Знаете, как называется Пашка?
которой нет, нету девушки. Рукопашка. О, пацаны, все, поехали. Время 15:53, и мы едем. В принципе, на карте игроков что-то мало. Вот на моей свадьбе, на свадьбе в ушке. Я уже, наверное, всех заебал этой своей свадьбой, но все равно. На моей свадьбе у меня было больше игроков на карте, это 100%. Мне интересно, а где этот адвокат, вот эти все админы? Что только одни, блядь, помощники. Адвокат, прототайпикс. Ну, прототайпикс можно в другом сервере, но адвокат, что там, бродя... Блядь, случайно. Бродяга, кто там еще есть? Они же, бля, тоже приходят сюда, любят поумничать. Чё их сейчас нету? Чё они не помогают? Третий перезаход. Естественно, все съебались. Достаем чирик. Где они уж? Ебать, у него мотали. А я думаю, вот, а нахрена Чирон? Действительно. Нахрена мне Чирон, если я сейчас могу повыебываться? Так, кукурузник. Спавним. Так, пацаны, меня уже начинает подлагивать, я уже понимаю, что я где-то близко. О, один танк. Ебать, по мне шмаляют, спасибо. Победа, говорили они. Конечно, блядь. Мирный самолет. Этим стреляют. Так, чё? А, вон они все. Ебать, еще один танк. Ясно, понятно. Вертолеты всякие. Давайте еще, блядь, кукурузника не хватало здесь. Посмотрим, короче, с высоты птичьего полета, как говорится. Пафосно прям. Сейчас я чувствую в колонну, как лечу. Ох. Оп. Это танк. Вот это. Вот это мы видели просто перед танком, как красиво было, а? На Aero LS все встаем в ряд на ТС. Бля, сейчас бы не различать LS и LV. Ну все, пацаны, мы заезжаем. Сейчас они. Мы просто доедем. Нас топанут. Напишут в чат, типа. Всем спасибо, кто был на параде, и все. Спасибо всем, кто не мешал нашему параду. Ура, ура, ура. Что они там еще писали? А, все, да. В принципе, все как и ожидалось. Ура, ура, ура. И можно съебываться. Все. Всем спасибо за участие в параде. Всех с праздником. Все, блять, а шашлыки я не понял. А где шашлыки? Блин, для приличия бы раздали там какой-то промокод, как делать Радмир, там, не знаю, на 100 тысяч, там, хотя бы. Ну, чтоб приятный какой-то бонус был, а то, блин, ты просто приехал, потратил свои нервы на час и 10 минут, на час 10, короче, и все. Все, спасибо деду за победу, как говорится, все, ты можешь съебываться. Короче, я думал, за год что-то изменится, а нифига, за год ничего не изменилось. Спасибо, кто досмотрел этого момента. Мне кажется, до этого момента вообще очень мало досмотрело. Такой вот парад. Всем желаю хорошего дня. Ну и всем, конечно же, пока.